в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании QNET, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанный в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой. Она привлекла в свою компанию 25 граждан, завладев их средствами в общей сумме почти 37,5 миллионов тенге. Жумагазина приговорена к 5 годам лишения свободы. Имущество, добытое преступным путем на сумму 286 миллионов тенге, конфисковано в доход государства. Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.